Привет всем на мой канал. Сегодня у нас есть MacBook Pro 15 дюймов A1289-76. На ремонт с проблемой у него нету подсветки. Я уже там сделал минимальную диагностику и вызначил, что, в чем проблема. Но я вам продемонстрирую сейчас, как это делается и как я сделал диагностику и как я вызначил, что проблема в чем проблема на плате. Чтобы вы знали, это номер платы, это 820-2915. Это модель 2011 года. Там может половина посередине 11 или в конец 11 года. Вот. Тут в основном вот эти макбуки у них были. У них есть очень много проблем из их видеокарты. Не интелская видеокарта, а AMD-шная видеокарта. Все время у них проблемы. То есть я вот эту модель никому не рекомендую. Но если у нее все нормально и все окей, все она работает, то можно ее брать. Вот. Сейчас я вам покажу на схему, как мы прочитали схему сетки на этом макбуке. Так, вот она, наша схема, страница LCD Backlight Driver. Вот. У нас начинается эта схема отсюда. Сверху, слева, с этой точки, PPBus G3 HUD, идет на вот этот элемент F9700, это предохранитель у нас. Вот тут как написано 3 ампер, 32 вольт, вин может выдержать 3 ампера струм и 32 вольта напруги. Мы сначала проверяем вот этот элемент, если он у нас рабочий или нет, через мультиметр, чем у нас идет контакт между вот этой точкой и этой точкой, если мы слышим, что там пищит или что есть, проводится ток, типа або, как объяснить, что есть между ними контакт или... Или есть звязок, типа, ну, значит, он работает. Вот. Потом эта линия идет сюда. Fused. Вот. PPBus SO LCD Backlight Fused. Идет на вот этот транзистор. Вот этот транзистор, он, короче, включается, когда идет напруга, проходит напруга через этого предохранителя, заходит на вот этот транзистор. Из этого транзистора идет вот этот, вот эта линия PPBus Switch LCD Backlight Power. Эта линия называется LCD Switch, которая дается напруга, которая включает микросхему подсветки. Вот эта напруга, которая из нее вот 12,6 вольт, которая из нее делается 50 вольт, который живет саму подсветку, которая идет на дисплей. Вот. У нас тут еще два транзистора, вот цей сигнал включения, который идет, сейчас посмотрим, куда он идет, от SMC, если я не ошибаюсь, нет, это видеокарта, он идет от видеокарты, видеокарта просто дает ему сигнал, идет на вот эту ножку этого транзистора, это один и тот же самый транзистор, идет на эту ножку, и оно его включает. Идет вот тут. Вот эти два резистора называются push-up resistors. Я уже не помню их не работа, но можете вы посмотреть в гугле, что они работают именно. Короче, это не до этого. Сразу можно узнать, как чей у нас схема подсветки работает или нет. Проверим
предохранитель, потому что он больше всего портится или сгорает. Или у нас проблема уже, если плата мокрая, то уже мы смотрим все остальные, чьи линии иснуют или нет, и проверяем саму микросхему подсидки Backlight Driver. И самое главное, мы проверяем выход этой подсидки, которая идет вот этот PPV Out SO LCD Backlight, которая идет тут напруга 50 вольт. 50 вольт. И у нас перед тем идет диод и катушка. Этот диод, его поставили, чтобы вот эта напруга, она не шла обратно в эту катушку. А катушка тут стоит, чтобы увеличить вот эти 12,6 вольт. И вот эта линия, чтобы они ее увеличили. Сейчас узнаем, откуда она идет и как она працює. Зараз. Так, у нас тут есть вот эта катушка, которая на L9701. Вот это она. Вот одна сторона, а другая, а вторая сторона идет отсюда. Короче, она берет напругу от выхода, вот SW0, SW1, идет на катушку и уходит через диод на выход отсюда, 50 вольт, идет до коннектора. Это походу... Нет. PPBus SW backlight, switch backlight. Это походу проверка, если я не ошибаюсь. Это проверка, чи идет напруга. Power. Ага, вот. Вот она. Вот вход, вот этот PPBus SWLCD Backlight Power. Выход тут через вот эту перемычку. И выход у нас PPBus SW Backlight. PPBus Backlight SW Backlight Power. Если мы помним, то это была та напруга, которую я вам показывал, который выход идет с этого транзистора, который входит в PPBus G3 HAT, который у нас есть 12,6 вольт, входит на вот этот транзистор, и идет у нас вот этот сигнал отсюда, который он включает этот транзистор через вот эти два транзистора, и выход у нас вот этой напруги. Эта напруга, как я вам показывал, она идет через ту перемычку, и потом идет сюда, PPBus SW Backlight, Switch Backlight, который она включает. Входит сюда 12,6 вольт через вот эту катушку, и тут уже она увеличивается до 50 вольт. Вот, видите, вот тут вход не написано, мы там могли прочитать, что это 12,6 вольт, а вот тут у нас выход после катушки, который он идет, вольтаж 50 вольт. Вот, и идет через этот диод, чтобы диод поставили, чтобы он шел в одну сторону, в другую сторону не возвращался. Вот, да и все. Тут эти все LED return, все остальные диоды, чтобы там проверять, что все нормально. Связок с коннектором дисплея, что оно все там работает нормально. Это разговор между ними. У нас самое главное вот это. Короче, я померил напругу, которая на вот этой линии, которая идет до коннектора. Сейчас я вам покажу, куда она идет. Много куда она идет. Ну, вот она идет сюда. Вот это у нас коннектор. Вот LVDA Display Connector. Она идет на 3 пин. 38, 39, 40. Вот это у нас вот эта линия идет сюда. И по этой линии у нас должно быть 50 вольт. Я померил, там у нас идет 0 вольт. Значит, у нас входа есть, я померил напругу, которую на выход транзистора у нас есть, а на выход на саму микросхему подсветки у нас нету, значит, это у нас проблема микросхемы подсветки. Я, конечно, я 100% переверил диод, что у нас все нормально, и переверил саму катушку, но это очень редко бывает, что проблема в катушке, это очень-очень редко, почти никогда. Короче,
Сейчас глянем по схеме. Еще раз я проверю и покажу вам, как я проверил. Что у нас проблема была в самой микросхеме или у нас проблема в катушке, в диоде или в транзисторе. Можно переверить просто... У меня был такой случай в этом... В этой плате, что я его один раз включил, хотел бы померить, там точнее ничего, у нас все нормально, и вот вдруг появилась подсветка, и потом бац, и она пропала. Во-первых, у нас тут 15 дюймов дисплея, они используют микросхему от 13 дюйма дисплея, который идет на 2012 год MacBook Pro. Они используют ту же самую микросхему. То есть эта микросхема вроде она может выдержать сильную напругу и сильные и долго работать, но на 15 дюймов, походу, очень долго на ней ее использовали и с очень сильной подсветкой. Но я вам скажу, чтобы вы думали об этом, то вот эта плата, она не мокрая, 100% я проверил подсюда, но у нее тут все нормально, все окей. Вот. И сейчас будем проверять, у нас есть какие-то проблемы. Сейчас будем менять микруху. Так, я вам покажу, что происходит. Так, у нас микросхема пятитки. Вот это. Сейчас сделаю вам зум трошки, чтобы могли вы увидеть. Вот. У нас вот маленькая штучка, которую нам нужно будет сделать ее. Это спрятать вот этот коннектор, чтобы он не испортился у нас и расплавился. А так все у нас будет окей. Вот. И теперь будем менять микросхему. Проблема одна маленькая в Apple-ских заводах и в Apple-ских материнские платы, что они не ставят на материнскую плату, в какую сторону микросхема. Вот тут я вижу, тут есть вот этот маленький значок этой микросхемы, который он мне не нужен, и я трошки позначу на плате, поцарапаю так ее трошки, чтобы я не забыл, в какую сторону мне поставить микросхему, потому что я не могу в любую сторону ее поставить. Так, я тут трошки поцарапал, не хватает. Теперь флюс добавляем и будем паяльник. У меня есть новая микросхема. Я поставлю последнее, к сожалению. Посмотрим, что будет от этого. Так, паяльник у нас нагрелся. Станция тоже. Начинаем сдалека, потихоньку. Нагреваем плату. Всегда. Тут плата просто очень большая, и она будет очень быстро забирать температуру. Вот. Тут нужно больше температуры, больше воздуха. И надо терпения больше.
ждем, пока она расплавится, чтобы не разорвать какие-то такие. Аккуратно мы будем снимать ее. Приближаемся, она уже горяченькая. Все, сняли. Чтобы вы не думали, что эта поломка, она такая редкая. Может быть, что ломается микросхема пятитки. И даже без коррозии или без короткого замыкания, ну типа попадания воды на самой плате, это вполне возможный вариант, что оно само собой так просто втушилось. То есть это очень нормально. И такое бывает. И не волнуйтесь, все окей. Ко мне, конечно, приходит очень мало этих макбуков, чтобы на ремонт. Но я постараюсь вам показывать все мои ремонты на макбуке. У меня почти все выходит. Я стараюсь научиться ремонт макбуков больше, чем айфона. Мне прикольнее, удобнее на них с ними работать и их ремонтировать. Платы большие, резак меньше. И почти все можно сделать. Так, у нас тут все окей, все чистенько, все готовенько. Сейчас будем запаивать новую микросхему. Конечно, не забываем, в какую сторону. Это очень важно. Вот она, наша новая микруха. Мы ее ставим. И, конечно, вот так сделаем, чтобы уточнить, что она села ровно на все свои пятаки. И начинаем то же самое, как та микросхема. Сдалека, потихоньку, нагреваем. Смотрим, когда флюс уже остается по 1 миллиметру вокруг микросхемы, тогда уже можно приближать паяльник ближе, фен ближе к микрухе, и уже можно, и она будет уже садиться на свои места. Плюс, вот сейчас вы увидели, что она будет танцевать, тогда уже все, вы можете уточнить, что уже все 100%, все шарики, которые находятся на микросхеме, они уже запаяны на плату, и все они уже расплавлены, и все 100% уже запаяны хорошо до платы. Вот, приближаемся. Вот она у нас танцует. Все, у нас шарики уже расплавились. Все, у нас сейчас 100% запаяна микросхема. Подождем трошки, пока она тут остынет. Вы видите, у нас коннектор остался целым. Все окей. И вот сей у нас, вот этот у нас предохранитель, я его проверил, он у нас работал, все окей. Сейчас проверим, что у нас микросхема заработала.
Чистим вопрос. Самое главное, чтобы у нас осталась работа красивая, чтобы не видно было. Ну, как минимально, чтобы не видно было, что тут кто-то что-то делал. Вот это настоящий мастер, который не оставляет за собой следы никакие, что он тут что-то делал. Как будто это завод. Короче, теперь я вам покажу, что у нас работает. Так, вот я собрал бух, и сейчас мы его включим. Он, конечно, батарейку забыл. Он с первого раза не включится. Сетка, конечно, все работает, яблочко появилось, красота. Все, мы сделали его, отремонтировали. Подписывайтесь, смотрите все мои видео.